Автотранспорт приобрели на собственные средства медучреждения при поддержке администрации Краснодарского края. Нивы «Шевроле» заменят устаревшие не только физически, но и морально УАЗы, которые больница использовала для обслуживания юных пациентов, проживающих в высокогорных районах. Вообще, за последнее время медицинское обслуживание сел, по мнению сочинцев, кардинально изменилось в лучшую сторону. К примеру, за последние 3 года в селах Черешня, Голицына и Бестужевская введены в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты. Перед всеми муниципальными службами, в том числе и департаментом здравоохранения, главой города поставлена задача сделать жизнь населения хуже, чем в городе. 9-я городская больница является крупным учреждением и обслуживает детское население от Дагомыса до Мацесты. Это составляет около 44 тысяч детского населения. Из них около 3 тысяч детского населения – это дети до года, которые необходимо обслуживание на дому. Также у нас растет количество детей, это сельского населения, составляет оно около 5 тысяч. И при неблагоприятных условиях, конечно, доступность к этим объектам достаточно затруднена. 10 новых машин, как уверяют в больнице, на данный момент будет достаточно, чтобы полностью закрыть вопрос с улучшением качества обслуживания юных пациентов на дому. Новый медтранспорт выйдет на линию ориентировочно через 2 недели после постановки на учет в ГИБДД города.